Всем привет, куколки и котики! Сегодня у нас распаковка с Амазона. Сейчас я вам покажу, что я заказала. Нет, я даже не имею, что здесь. А, вот. Это я заказала еще раз. Уже я одну использовала. Advanced Eyelash Growth Serum. Это для роста ресниц. В общем, я его мажу утром и вечером. И у меня действительно мои азиатские, татарские ресницы становятся слегка длиннее и гуще. Рекомендую, я вам оставлю ссылочку на это, если что. Если кому интересно, дайте знать. Так, и здесь у нас тапки. Сейчас чуть порежу. Заказала я тапочки для меня и для мужа. Говорю, хочешь? Он говорит, ну закажи. Так. Они вот такие сейчас вытащу. Так. Здесь показано, что внутри мех Origin from Australia. Из австралийского это овцы. Прокладка и Genuine Leather Up. Но это не сказали. Откуда это коровки? Из коровки здесь. Уж простите меня, любители животных, но я люблю натуральные тапочки из натурального материала, чтобы ноги не потели. Вот такие тапки я в себе взяла, размер 7. Сейчас посмотрим. Потому что мои уже совсем износились, надо их уже выбрасывать. Окей. Тоже на Амазоне заказала. Если кто-то захочет, я вам оставлю ссылочку на тапки. Вот это все натуральная мехушка. И вот это настоящая замша. Мои уже совсем от Спери износились. Они пойдут в мусорку. А эти мои новые. Ой, какая прелесть. Отлично. Вот, вот так они выглядят. 7 размер. Или 37 европейский. И мужу такие же заказала. Сейчас я вам покажу. This is for you. То же самое с овечьей шерсти, овечьей шкурки внутренняя и снаружи замши из коровки. Ему мы заказали черные. Вот такие. That's for you. Thank you. Let's see. So he, его размер, размер 9 и wild, 9 wild. Wild. Try it. Man. What do you think? Normal? It's normal? You like it? Well, he's gonna break it in. Well, yeah. Так, смотри. No, you just need to wear them without the socks. Я говорю, чтобы он без носок их одевал. Супер. Так. Ну так, мы вдвоем в тапках выглядим. Такие и тапочки, и вот тапочки. Оказывается, они еще с этой, с memory foam. С такой хорошей этой прокладкой там. Очень хорошо для ног, очень приятно. Do you like it all? You're tight. You're tight. Well, you need to... You definitely need... Он говорит, они немножко это... тугие, ну это, как это, жмут слегка, узкие. Но он их разносит. You just need to wear it without the socks. Mm-hmm. Chewing something. Что-то жрет там, как обычно. Значит, цена была на них 15 долларов за пару. Вот, видите, sheepskin, lamb wool, shearling, cowhide, sheepskin and cowhide. Это овечья кожа, ну, шерсть, шкурка, и cowhide, это шкура коровы, и comfort slippers. И вот эта компания, значит, брала я их за 15,99 плюс таксес, доставили их, я их заказала в субботу, сегодня их доставили уже в понедельник.
Очень хорошая цена, все натурально, за 15,99 плюс таксы, это считай где-то $17, это очень дешево. Значит, вот этот вот Advanced Eyelash Grow Serum, мне очень понравился, действительно от него растут ресницы. Такой же эффект, как от Latisse, честно говоря. И стоит всего, Latisse стоит $100 где-то, в районе $99. А этот стоит всего, если он на сейле, я выбрала на сейле, $15 я за него отдала, $15. Вот так, а вообще он где-то между $15 и $19. Вот так вот. Ну вот это, конечно, классно. За такие топульки всего $15, это, ну, 17 с таксами все вместе. Это довольно-таки неплохой этот, как сказать, неплохая находка на Амазоне. Ну так. Вот так вот все приходит в Амазоне. В такой упаковочке. Все аккуратненько. И мы эту всю картонку в этот, в ресайкл дадим. Спасибо, что посмотрели.